помню байку о малютке принцессе, заколдованной заклятием вечного сна. Беспробудного. Вечный сон? Кто же был столь жесток к невинному дитя? Увы, многие не прочь отыграться на безответных. А особенно ваши сородичи. В смысле сородичи? В смысле люди. Те, кто крадет фей и эльфов. А мне, пожалуй, еще вина. Похоже, что люди по ночам. Впервые об этом слышу. Но по чьему приказу? Thank you.